Здравствуйте, с вами программа «Место происшествия», ведущий Роман Макропуло. И как обычно расскажу о главных городских происшествиях со знаком «минус». Сегодня в выпуске. 100 граммов наркотиков и 20 лет за решеткой задержан продавец смертью. Как покрасить машину и не потерять ее навеки? Как маляр чужую машину продал? Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипеда не было. Любитель велосипедов чужих и красивых в гостях исследователей. Свежая сводка дорожных происшествий разной степени курьезности, наглядности и поучительности. Но обо всем по порядку. Сотрудники МВД регулярно мониторят поступающую о возможном наркосбытии информацию. В этот раз оперативная информация указала на 33-летнего мужчину. И не зря. В машине его было найдено около 100 граммов наркотиков. Под весом улик подозреваемый сознался. Наркотиками он планировал нашпиговать городские улицы в виде так называемых закладок. Не выйдет! Теперь мужчина может провести до 20 лет жизни в тюрьме, что вполне логично, учитывая размер и массу найденного зелья. На время разбирательства он помещен под стражу. Ведется следствие. Решила как-то одна жительница краевого центра ласточку свою подмарафетить и отправилась к знакомому автомаляру. Обещал он, что машину свою она после покраски не узнает. Время шло, а машина все не была готова, все потому, что маляр машину чужую благополучно продал. Владельце машины это совсем не понравилось, как и оперативникам. Машину женщине, конечно, вернули, а вот покрасочных дел мастер теперь ознакомливается с сухим текстом Уголовного кодекса, особенно на странице мошенничества. Изучать ее времени будет достаточно, до 5 лет, а пока ведется следствие. Помимо автомобилей исчезают временами и велосипеды. На Селезнева пропал у мужчины конь педальный хороший. Стоил он 24 тысячи рублей. Ситуация неприятная. Полицейские стали искать велосипед, а нашли неоднократно судимого и за кражу, и за нанесение тяжкого вреда здоровью, и за наркотики с мошенничеством 43-летнего сидельца. Предположительно, это он унес велосипед и продал его мимо проходящему неизвестному гражданину за смешные 4 тысячи рублей. Теперь придется ждать знакомого до боли суда и срока. На этот раз до 5 лет. А теперь на очереди ваша любимая рубрика. Аварии на городских дорогах. Благо, на этой неделе она выходит в последний раз. Вот и подоспела последняя на этой неделе сводка дорожных происшествий и неурядиц. Было их немало. Пришлось выбирать наиболее наглядные и поучительные. Ждал зеленого сигнала светофора, темный Audi напряг кардан, зашевелил поршнями. И как только красный сигнал сменился, бросился вперед. Но грустный каблучок, что немного опоздал на свой зеленый, прервал быстрый старт немца. Случилась неприятность на Кубанской набережной. Lexus, стоящий в правой полосе, выжидал зеленого сигнала светофора, а таксист, что был левее, сразу стал прессовать японца. От атак психологических Datsun перешел и к реальным. Кинулся вперед, подрезал коллегу по потоку и был таков. План машины с шашечками так и остался для нас загадкой. А там, где раскинулся городской сад, раскинулись по асфальту куски пластика, стекла и краски. Припарковался Nissan там, где не очень можно. Но это полбеды. Щелчок замка двери и распахнувшуюся водительскую калитку отрывает мимо проходящий японец. Водитель ноута теперь будет долго отходить от произошедшего, вытягивать стойку и внимательно всматриваться в зеркала. На этом у меня, к счастью, все. Будьте внимательны и аккуратны, особенно когда оставляете свои 4- и 2-колесные ценности без присмотра. А если стали вы свидетелем чего-то, о чем невозможно молчать, присылайте нам. Особенно это удобно сделать через наше мобильное приложение. Скачайте его прямо сейчас, наведя камеру телефона на экран. А с вами был Роман Макропуло и программа «Место происшествия». До встречи в соцсетях, YouTube, мобильном приложении и, конечно, на главном городском.